Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Clanfolk. У меня для вас замечательные новости. У нас родился еще один ребеночек под именем Сэмюэль, которому нужно срочно помыть руки. Прелесть в чем, что у нас теперь есть два ребенка, которые будут расти охренеть как долго, как я понимаю. У нас, грубо говоря, прошли сутки, за сутки он набрал 1500. Соответственно, 10 суток это 15 тысяч, то есть за 2 сезона у нас вырастает младенец в подростка. Плохие это новости? Скорее да. Скорее да, потому что это занимает достаточно много времени. С учетом того, что у нас сейчас только второй год идет, грубо говоря, да? Но в любом случае, мы начинаем плодиться и, соответственно, превыше всего мы будем получать больше людей. Рабочая сила это топчик. Окей, что мы с вами сделали? Мы с вами хотели взяться за сыр и за маслобойку, которые все еще не установили. Но мы сейчас ребятам намекнем, что надо сделать. И они за это возьмутся. Ну и, собственно, конец осени. Я все еще надеюсь, что ребята здесь соберут остатки урожая. Хотя вот этот вообще перестал как будто бы расти. По неизвестным мне причинам. Абсолютно. Скорость та же. Все просто, все логично. Но рост не удается. Так, открыто масло, давайте. Масло у нас... Подождите. Они смогут жрать само масло? Вот в чем вопрос. Какая у нас питательность у молока? Напомните, пожалуйста. А если бы я знал? Если бы я только знал. Проблема в том, что все молоко выпивает почти моментально, да? Насколько я понимаю, стоп, это два козла. А где коза? Так, навоз, уход, вода. А, у нее процесс беременности идет. О, ну это, конечно, хорошо. Но нам это никак не помогает, ладно. Пока оставим их в покое, не забываем, что нам надо переращивать кур. Так что мы к этому еще вернемся. Так, по работягам. Вот этого бы я взял. Давайте его возьмем. Ты, наверное, свободен все-таки. Мы столько не вывезем просто. Ждем торгаша в надежде, что мы ему что-то втюхаем. Естественно. Так, тут у нас все порчено. Открыт сыр. Давайте-ка глянем. Так, сыр у нас производится чисто из молока. По пище тоже 500, кстати. Я бы не сказал, что это прям фонтан показатель. Но опять же... Мы не знаем, как он будет формироваться точно. И мы не знаем, какая питательность у молока. Соответственно, у нас куча вопросов, которые нужно решить. Брат, братан, братишка, забирай кирпичи. Отлично, бабос еще на один есть. Тебя мы освобождаем. Иди гуляй. Так, давайте думать. У нас все еще работают охотники. У нас все еще собирают грибы. У нас запас грибов 1700. Это замечательно. То есть зиму мы, в принципе, переживем. Единственное, что меня смущает, это количество веток. Что-то с ними у нас как-то не заладилось. Когда мы задали огромную планку по каминам. Наши ребята капельку перестали вывозить. И у нас есть вариант только рубить деревья, чтобы получать палки. Ну, либо перерабатывать полено. Это тоже не вариант, честно говоря. Но я думаю, мы к этому еще вернемся. Так, каменюки все еще перебивают. Ну, давайте я запущу масло. Хотя, опять же, вопрос в чем. Нам надо сделать хотя бы одну единицу масла и одну единицу сыра. В надежде того, что у нас появятся новые ресурсы. Это раз. Два, молока у нас сейчас пока что нет, и пока неизвестно, когда оно появится. Поэтому в целом у нас все логично. Почему здесь хранится... А, косяк разрабов, пожалуйста. Меховая накидка, но у нас есть накидка из мешковины, а ее здесь в перечне нет. А нахера мы крафтили вообще накидку из мешковины? Тоже вопрос логичный, да? А, мы уже убрали скрафт, понял. Тогда оставляем, ребятки сами выберут, в чем им ходить. Но они почему-то в большинстве своем все равно голые ходят. Либо в тартане. Тартан 2000, настроение 250 дает. Кусок ткани с тартаном клана, да? Еп. Воспламеняемость средняя, имущество 5. А, дедов же ж не раздели, да? У них, скорее всего, тоже тартаны были. Ну да и хрен с ним, ладно. Оставим как есть. Может, мы в будущем дойдем по исследованиям. Дойдем до личных крафтов этих всех вещей. Что мне и подсказывает вообще, что мы дойдем. Так, тут у нас что? Свежая шерсть, очистка шерсти. У нас овечек нет, у нас есть только козочки.
Было бы хорошо, наверное, еще овечек закупить. Ну и также было бы хорошо разделить, наверное, кур с овцами. Кур с козами, с овцами. Совсем, короче, разделить. Так, а здесь у нас отвар коры, зольник. И где-то здесь. На прялке у нас появятся, видимо, эти. Ткани шерстяные. Зеленая шкура и отскребщик шкур. У нас пока что этого всего нет, и надо бы этим заняться по-хорошему. Они у нас как-то отдельно происходят или нет? Сейчас проверим. Так, это все шляпа. Одежка у нас только переработка 1/2. Льномялка у нас есть, ткацкие есть, прялка есть. А где мы жижи заготавливаем? Иди-ка, извиняюсь. А, вот жижи. Так, у нас есть скребучка шкур. Давайте ее сюда впихнем. Я ее, по-моему, еще ни разу не устанавливал. Так, еще одна кура есть. Отвар из коры. Здесь путем дубления зачастую делают кожу хорящу. А замачивают сухую шкуру, чтобы приготовить ее к очистке. Тоже логично. Давайте где-то здесь накидаю, что ли. Давайте сначала по одному экземпляру. Потом уже по собственному желанию будем как-то усовершенствовать. Так, разобрались. Молока, как понимаю, так не было, так и нет, да? По грибам мы можем еще грибы умножить. Еще вроде бы что-то есть по грибам. Открыта зеленая шкура. Шкура так сразу. Достаточно было просто поставить. Окей. Только где она открылась? Не понял подвоха. Она где-то открылась, но нам об этом решили не сообщать. Так, чистая шкура. Это у нас... 1 единица зеленой шкуры нужна, и тогда у нас появится чистая шкура, и откроется еще ряд рецептов и ресурсов. Все, они закинули шкуру в переработку. Сейчас глянем. Возможно, у нас даже новые рецепты появятся у этого портного, но... Есть сомнения, честно скажу. Есть немножечко сомнений. Так, чистая шкура есть. Мы что делаем? 10 зеленых, 20 воды. И делаем чистую шкуру. Давай, 10 поставим. Чтоб скрафтить ради крафта. Ни больше, ни меньше. Так, живность. Живность, живность, живность. Находите и убивайте. Находите, убивайте, находите, убивайте. Любую. Я пытался убить нашего жителя только что. Суть в том, что чем больше вы их перебьете, тем лучше. Так, открыта обычная кожа. Так, она нас продвинула. Никуда она нас не продвинула. Вот она, да? Нет, все нормально. 10 чистой шкуры мы превращаем в 10 кожи. И по идее здесь должны появиться новые одеяния. Вот, на швейном столе у нас целых 3 пункта простаивают. Ребяточки, я вас верю. Так, они закинули дубление, отлично. Охотники, фас на все живое, что видите вокруг. Нам надо чуточку больше шкур. Со шкурами очень много мороки. Но скорее всего будет профит. Я правда не знаю, сможем ли мы ее продать кому-то. Но если что, я в этом заинтересован. Так, у нас последнее... А, все уже. Уже просрал, да? Уже просрал. И здесь урожая, скорее всего, не будет. Поэтому давайте им тонко намекнем, что здесь надо все собрать. Все, что осталось, потому что сейчас просто заморозки ударят, и все. И мы лишимся вообще всего. Почему здесь малой бегает? Ну, его заберут. Он мелкий. Ничего страшного. Побегал здесь, побегает там. Открыт кожная туника. Вот, в принципе, я это и ожидал. А в чем их различие? Ага, она не имеет дебафа к настроению, но она менее теплая. Ну, хрен знает. Я бы не сказал, что это прям победа, честно говоря. Я бы вообще это победой не назвал. Абсолютно. Окей, пусть занимаются. Вообще почти нихера отсюда не собирают. Ну ладно, долбите. Все равно потом уже ничего не будет. Бляха, мне нравится это освещение. Капец, красота просто. Всраться не жить. Так, животных месят. Кровушка есть, это хороший знак. Скорее всего у нас даже будет мяско. Мяско за сотку. Ребятки, ночь давайте в люлю. Мяско за сотку и куча яиц все еще валяется без сил. Это мерзость. Сушеных грибов почти 2000. Нормально идем. Так, сколько мы уже кур наплодили?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Плюс 2 молотки. Соответственно, 10 кур уже есть. Узнаем, правда, сколько из них петухов. Я думаю, что мы еще можем плодиться. Абсолютно смело. Сейчас только проверю, семок нам хватит, чтобы их прокормить. Пока что травы хватит. Но если что, у нас на запас есть семена льна. Я думаю, мы с этим разберемся. Так, что у вас по температурке? 18, 17, проще так глянуть. 16, 17, в проходе здесь 16, у вас 17. Пока все нормально. Мы вышли уже в минус 1. И при этом всем нам вроде бы как хватает. У меня еще одна мысль есть на самом деле. О, видите, замерзла. Замерзла собака. Я думаю, мы сейчас экспериментнем немножечко с температурной регуляцией. Мы вот эту хрень отключим вообще. Не трогайте ее. Ни в каких направлениях. И мы попробуем пихнуть сюда вентиляцию. Сможем ли мы вытянуть только на внутренних каминах? Просто чем меньше каминов мы будем задействовать, тем изначально лучше. Потому что мы понизим потребление веток, которые вон уже 400 улетело еще. Что для нас является достаточно ценным. Так, давайте сварганьте, покушать не забывайте. Особенно вяленое мясо, его слишком много. Кстати, у него какая питательность? Выкинь на пол. 2000 вяленого мяса. Очень даже неплохо. Недурно. С маслом и сыром не сравнится вообще, кстати. Но у него должно быть какое-то преимущество у сыра, правильно? Это было бы странно, если бы мы столько мороки с животными, потом сделать сыр либо масло, и оно питательность 500, мне это было бы как-то очень по-дурацки немножко. Так, я надеюсь, что вы еще животных натаскаете. Хочу в это верить. По говну у нас забито уже 6 складов. Нормально. Нормально. Слушайте, может, мы же можем сейчас начать выкапывать еще одно поле? Так, давайте мы еще им прикажем здесь подобраться немножко. Чуть-чуть не дожал, подождите. А, не, все. Все дожал, все красиво. Так, безработные пришли. Торговец есть. Это плохой торговец. Мы тогда сейчас замкнемся, получается, да? Что-то на то очень похоже, что мы замкнемся. Так, куры начинают конкретно так болеть, поэтому мы их не останавливаем, пусть плодятся. Лишних петухов пока такого понятия нет. Мы можем отдать еще топоры. У нас все еще есть запас по руде. Я думаю, что мы смело отдадим пару топоров, гвоздей, чтобы у нас просто появились хоть какие-то деньги. Других вариантов не вижу. Так, новый товарищ, иди гуляй. Я не могу уже новых принимать. Мы финансово вас не вывозим. Вы нам очень нужны. Но, увы. Нам пока этого не хватает. Мы можем, короче, докидать сюда еще полей. Вот к чему я вел. Я не уверен, что мы их все сможем обработать. В конечном итоге. Но в целом, мне кажется, что поля нам не помешают. Однозначно. Так, я думаю, что вот здесь верстаки можно переставить. Так, давай тебя поднимем сюда наверх. Так, рядом с тобой еще вот этот финтифлюх, его тоже подкидывай. Так, стена здесь остается, хрен бы с ней. Так, тебя мы можем вот так сделать. А почему не можем? А, потому что ты сейчас здесь стоишь, да? Нам бы было бы очень выгодно его тупо развернуть, чтобы у нас здесь больше свободного места было. Либо запихнуть его вот сюда. Но тогда он на дорогу будет вылазить. Это нам тоже... О! Идеально. Все, переместите это все нахер, пожалуйста. Я буду очень рад. А, бляха, там же дыра в потолке. Я все время забываю. Что мы там небольшой косячок допустили, который уже давно надо было починить. Но что, правильно, мы кладем хэр. Давайте я тогда вот здесь сделаю более-менее плотную стеночку. И уже отталкиваясь от нее, мы сюда докинем. Все, нормально. Нормально. Так, и у нас появляется вот здесь свободное место. Вы спросите, нахера? А я вам очень просто отвечу. Нам нужны вот эти дополнительные склады на перспективку. Чтобы они сюда быстрее сносили все, что они насобирали. Этого должно будет хватить. Нахера вы еще выбиваете блоки? Подожди, 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 подожди. Походу, вы немножечко перетрудились, нет? 300 блоков запасных есть. По дорогам мы, в принципе, все сделали. Пока что.
Но я думаю, да, мы можем взяться еще за поле. Мы, кстати, камыш не высадили, что колоссальная ошибка на самом деле. Ну да и хрен бы с ним. Козы, вы что тут забыли? Вы теперь отказываетесь жрать наши семки, что ли, получается? Не надо так. Мы так не договоримся вообще. Я думаю, да, мы рискнем. Сейчас у нас запас шо? Проблема большая с ветками. Вот это меня реально пугает. У нас ветки улетают просто в каких-то неописуемых количествах. И меня это очень сильно настораживает. Причем, что это не одними каминами едины. Это где-то в крафте у нас еще пролетают ветки. Окей. В любом случае, ребятки, давайте. Нужно работать. Работа все перетрет. Чтоб вам там не хотелось. Так, нам надо один блок отступа. Даже два. Стоп, и здесь еще один блок. Короче, поле условно тоже ровное выйдет. Так, и до сюда. Давайте вот этим занимайтесь. Я вам сразу накину еще пару идеек по работе. Так, докидываем сюда, сохраняем один блок для забора. Закидываем сюда один блок для забора. Закидываем сюда, закидываем сюда. Так, еще одна зона под посадку у нас появляется. Она будет чуть меньше, но... я думаю, что она будет не менее продуктивной потом. Так, закинули, и давайте сразу заборчик оформим. Заборчик как раз из этого камня. У нас его завались, можем себе позволить. Все, запечатайте, чтобы никакая живность сюда лишний раз не заходила. Потому что ей здесь не рады. Так, выходы переместим вот так. Я сомневаюсь, что нам с боковой стороны как-то надо будет заходить. Поэтому это должно будет хватить. Так, хорошо, заодно там зачистят всю зону, потому что она там довольно заросшая. Так, доп склады поставили. У нас еще осталось, кстати, овса. Но его не перерабатывают, да? Его не перерабатывают по многим причинам. Одна из которых, что у нас 1365 семян. С одной стороны хорошо, с другой плохо. Давайте я сейчас временно запущу. Но я буду следить. Я буду следить, чтобы не переборщили. Сейчас делаю на семке. 1365. Смотрим, чтобы они не слишком их затратили. Так, он закидывает сотку. И сотку почти сразу же перерабатывает. Это хорошо. Ты сразу относишь? Ты же моя милашка, господи. И сразу тесто замутил. Хера себе, стоп. Прям с подноса сперли, походу. Так, улетело еще. 1000 еще остается. Еще один разочек давайте сделают и прикроем лавочку. Ну ладно, еще. Еще один раз. Сколько? 665 семян. 3, 2... Один, стоять. Все, останавливаем. Этого нам пока будет достаточно. Шо, у нас щебень закончился. Лол, как такое возможно? Как мы до этого дошли? Нет, кура погибла. Кура. Так, заселяем еще кучу народу. Я, кстати, не уверен, что у нас жилых мест тупо хватает. Спальных, точнее. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... плюс еще восьмерочка, 25. А вас сколько? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Минус 2, потому что там никто спать не будет. Ну слушай, до сих пор влазят. Я удивлен. Я максимально искренне удивлен. Так, хлеб начали выпекать за счет того, что мука только появилась. И заготовки начинают опять клепать безостановочно, да? А у меня стоит... 10 заготовок максимум. Ну, я надеюсь, что не будет перебарщивать, чтобы хлеб не портился. Что это такое? Что это? Что это такое? Тут что, крыши нет? Не поверю. Походу, да. А как? Как так вышло? Мы же там ничего не уничтожали. Я что-то не уловил. Прикол. Прикол не понял. О, дожди, как же ты не вовремя. Лучше бы ты в сезон капал, серьезно. Чем вот это вот все.
Они так активно моются, что всю воду профунькали просто за секунды. Не дела, ребятки. Так не делается. Мне кажется, что мы можем боди эти даже здесь в проходе поставить, и они, в принципе, будут нормально работать. Это уже снег? Ну да, минус пошел. Это мокрый снег, судя по всему. Неприятно. Бляха, здесь тоже надо крышей закрыть. Сейчас вот так лучше видно, что происходит. Так, вот здесь лучше закрыть крышей, потому что мы не сможем обрабатывать шкуры. Так, здесь все закрыто, куры в тепле, козы кайфуют. У нас как-то подозрительно очень мало кур, вот это меня пугает. Как будто у нас вчера не одна кура умерла, а штук 20. А, эти уже молотками стали, окей. Вопрос в целом отменяется, еще куча новеньких. Пока не трогаем, в общем. У нас сейчас вот эта вся часть отомрет, скорее всего. Да, им не то, чтобы долго осталось. Нам надо, чтобы у нас была достойная замена. Хотя бы количественная, не то чтобы качественная. Что вы там делаете? А, они детей нянчат. А еще одного родить там не решились, нет? Там же еще ребята у нас вдвоем ночуют, нет? Зажопили ребенка. Что я могу сказать? Так, я же температурную не проверил. Здесь мы выходим в 16 градусов, даже с нерабочим этим камином. Здесь у нас, к сожалению, 2 градуса. Давайте запустим один камин. Проверим, что оно нам покажет. Мне нравится, что когда люди бегут, за ними тепло остается. Шлейф. Это красиво. Это красиво. Так, 2 работающих камина в центре. Пока что вроде бы как хватает. Сейчас подключим кухню. Заберем здесь этот камин уничтожить. Красавцы. И заодно проверим. Так, здесь один камин запустился. Его, естественно, не хватает. Прям к гадалке не ходи. Давайте запустите второй. Я сильно сомневаюсь, что мы сможем здесь вытянуть. Здесь даже холоднее, чем на улице. Так, 2 камина не вытягивают. 3 камина. У меня еще есть вопрос, что оно может не вытягивать из-за того, что там стена эта херовая. Так, прогрев пошел. Вроде бы 3 камина вытягивают. Сейчас глянем, до скольки поднимется. И это надо учитывать, что это сейчас плюс 3 на улице. Здесь мы прям жаримся, а там не дожариваемся. Ну, в принципе, до десятки, наверное, прогреемся с горем пополам. Но я думаю, что зимой даже 4 не хватит. В смысле 100 репы? За что? С какой радости? Не, я, конечно, благодарен. Просто интересно, схерали. Так, ладно, торгаш уже заждался. А, дружочек, у меня денег нет, у меня 3 копейки. О мой бог, одна кожа стоит 8 копеек. Вот зачем нам нужна была кожа. Не ради этого говёного шматья. 5 льняной ткани стоит 50. То есть вот это у нас испорченное, то, что валялось, это было сколько, 300 монет? Твою же мать, господи. Неприятно. Более неприятно, что он кирпичи брать не хочет. От этого прям не по душе вообще. Ну что мы можем втюхать? Мы мешки можем точно втюхать. У нас соломы за глаза. Коза нам еще просто может пригодиться. Булыги, кстати, тоже нормально стоят. Булыги мы тоже можем генерить как кирпичи. Грубо говоря, бесконечно. Давайте ему булыг надаем. Тем более, что он за 25 5 булыг. Это вообще... Это что за деньги? Это вообще деньги? Так, дружочек, я у тебя ничего брать не буду. Сорян. Мне гораздо нравится в этом режиме, слушайте, когда в температурном. Гораздо лучше все видно. Ну ладно, днем красивее, конечно, но ночью это прям идеально вообще. Бимба. Так, тут продолжают, ребятки, по чуть-чуть собирать, потому что там и каменюки надо выбить, и все на свете. Я вас даже отчасти понимаю. Теперь у нас в общей сложности 3 поля. И по-хорошему нам нужно будет очень много людей, чтобы совладать сразу же с 3 полями. Но шансы ведь совладать есть? Есть. Поэтому переживать пока что не будем. Так, грибочки у нас новые сформировались там же. Еще чуть-чуть есть. О, здесь новые проросли. Мицелий сила, мать его. Ох, нихера себе у вас тут.
Ребятки, в общем, захватите еще. Я думаю, что мы потом даже приватизируем вот эту гору. Она мне нравится. Когда-то мы до нее тоже доберемся. И там будет что-то типа элитного жилого комплекса. Что-то около того. Еще раз, сколько? 4 гриба с одного места? Это должно быть очень много грибов в конечном итоге. Если все сделаем правильно. Так, поле хорошо, почти завершили. Мы можем сразу же еще одно сделать, кстати. Можем сразу же еще одно запустить, раз вы такие резвые ребята. Раз, два, тоже небольшое. Вот здесь у нас будет, по идее, расти лен. А что, я не могу дальше? А дальше и не надо, кстати. Вот, здесь, если что, мы посадим лен. А здесь будет у нас огромное количество овса. Я думаю, что это будет топчик. Ням-ням-ням, сейчас надо быстренько это сделать. Отменить работу, вот эту. Во, идентично. Идентично и до усрачки симпатично. Так, кто там каменюками занимался? Мои поздравления, у вас еще куча работы. Так, есть, ну и заборы сразу поставим, а там уже когда сделают, тогда сделают. Нихера не видно, отлично. Так, есть и два выхода, по традиции. Давайте один здесь, второй вот здесь. Это предполагаемые точки, с которых они будут заходить. Стоп, я какую-то херню сделал, нет? Да, я здесь стену не доделал. Тогда ты уволься. Стоп, я вообще запутался. Ты стена? Ты пол из гравия. Здесь не должно быть пол из гравия. Почему везде пол из гравия? Что произошло? Сейчас вот это нам надо забрать. Охрана, отмена. Где у нас пол? Вот это все нахер. Здесь у нас дорога есть. Нам не надо ее дублировать. Вот так. Так, тебя оставляем. Теперь стены. Заборчик из гравия. Во. Я смотрю, разметка не та. Совсем не та. Так, заводи сюда. Давайте, работайте. Ставим сюда. Так, здесь у нас в чем проблема? Тебя уничтожить. Тебя запакетировать скорее, чем уничтожить. Уберись. Ме. Лол. Прям опять на глазах заяц попался. Какой глупый зайчик. Так, вы чем там так заняты, что вы не можете пойти там хелпануть, а? А, они как раз взялись за зайца, да? Видимо, да. Так, хлебчика немножко организовали. Запас по грибам уже максимально близок к 2000. На 27 дней запас еды. Чего? Я такие цифры, походу, никогда не видел. Это прям много. Это меня прям радует. Так, еще ряд работяг у нас отвалился. К сожалению, но шкуры начали все-таки перерабатывать по чуть-чуть. Работы здесь куча, я надеюсь, что они справятся. А, они за грибами, наверное, все бегают сейчас, да? Сейчас грибное нашествие небольшое будет. А, еп, теперь надо только это успеть все высушить. Нихера себе они грибов насобирали. Там сейчас почти 3000 должно быть. Это очень хорошо. Это прям мое уважение. Но палочки... палочки летят, 900 палочек осталось. Ребятки, знаете... любите, как говорится, пострадать, полюбите и в морозе поработать. Ничего страшного, не умрете. Тем более, одежка у вас теперь теплая. Вы, скорее всего, вообще все пережить сможете. Так что я вас верю. На улице минус один, снежок, ничего страшного. Так, о, ночлежники, давайте, вы нам нужны. Нам нужны деньги. Дребеди деньги. Нахера вы ее выставили опять? Что я сказал демонтировать? Ой, дурачье. Так, гравия у нас почти нет. С ветками я не знаю. Раз мы их не можем собрать, то придется рубить деревья. Ну, типа, факт, просто факт. Нема веток, нема, совсем. Хотя, казалось бы, как раз листья опали, собирай ветки, не хочу. Да, влажные, да, сыроватые, ну ничего страшного. Здесь есть ветки.
Но можем попробовать собрать в этих лесах, докуда я ни разу не дотягивался. Но чё-то я сильно сомневаюсь, что люди будут довольны в такую даль бегать. Но что появятся ветки. Это будет хоть какой-никакой успех. Так, докуда мы дошли? Мы дошли до чистой шкуры и кожи. Тут у нас, скорее всего, шерстяное баловство идет, да? Шерсть, шерсть, шерсть. Мне кажется, что и здесь... Так, кожная туника это та самая, да? Да, это самая, которая открылась. И здесь у нас остается только шерстяное пекло. Я не уверен, что мы прям справимся с шерстью, потому что надо овцу вырастить, постричь. Собственно, это все переработать, и только потом мы сможем получить эти рецепты. Это не так легко, как кажется на первый взгляд. Это море работы. Но мы постараемся. Хорошо, ребятки, пока сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.